Всем привет! Хотя конбет и остается одним из самых плюсовых приемов в покере, многие игроки уже научились колировать конбеты довольно часто, чтобы доставить вам неудобства. А значит, противостояние все больше перемещается на поздние улицы торговли. На данной тренировке мы разберем подходящие ситуации для второго барреля. Разберемся, как на решение оставки влияют текстуры досок и предполагаемый диапазон противника. Смотрите полный вариант видео на сайте Pokerability со статуса ученик. Приятного просмотра!